PCP-винтовка Silcon MX-6. В комплекте с правильной пружиной, двумя магазинами, инструкцией, заправочным штуцером и масленкой. Интернет-магазин «Попади в десятку!» Винтовка имеет классическую компоновку и деревянную лакированную ложу. Тыльник ее приклада резиновый и имеет шершавую поверхность. Приклад этой модели имеет интересную запоминающуюся форму. Подщечник является единой частью приклада и не регулируется. Он здесь симметричный, как и рукоять, так что использовать винтовку можно как с левого, так и с правого плеча. Рукояти цевьё имеют цепкую шершавую поверхность. Предохранитель находится с правой стороны, под рукоятью затвора. Планка для оптики является частью ствольной коробки и полностью металлическая. Манометр винтовки находится на ее правой стороне. А объем ресивера в виде колбы целых 550 кубических сантиметров. На конце нарезного ствола имеется внешняя резьба, на которую изначально накручена гайка. Длина этой модели 1100 мм, а весит она 3 кг и 750 граммов. Редуктора у нее нет, что повышает надежность и увеличивает мощность. Производятся винтовки Silcon в Турции. Эта винтовка, как и другие в нашем магазине, продается без лицензий и разрешений, так как изначально поставляется в ослабленном варианте. Но все необходимое для хорошей стрельбы у этой винтовки в комплекте уже есть. Эта модель имеет калибр 6.35, и в один ее магазин помещается 10 таких пуль. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.